В зале районной администрации состоялось первое заседание градостроительного совета, созданного по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В состав совета вошли специалисты районной администрации, представители проектных и строительных организаций, а также общественности. О вносимых изменениях в генеральный план Северского сельского поселения с перспективой развития на 25-30 лет рассказал начальник управления архитектуры Николай Семенцов. Первое, что мы включаем в генеральный план, это порядка 180 гектар территории района БЗ, так более понятнее будет, где планируем индивидуальную жилую застройку, в том числе основной причиной занятия этой территории является территория для многодетных семей. Но для данной территории запроектировано два детских садика по 250 мест с перспективой развития их, стадион, сквер, ну как сквер, это фактически парк, потому что площадь сквера по расчету не менее 6 гектаров, школа на 1500 мест и развлекательные объекты. Ну, то есть это кинотеатр или же какие-то что-то вроде Дома пионеров. Данная территория принадлежит администрации края и состоит из двух массивов по 90 гектар. Предполагаемая застройка этих земель начнется лишь при условии передачи этих земель из краевой собственности в муниципальную. Помимо этого, предусмотрено, как и предыдущим генеральным планом, территория под жилую застройку напротив кладбища. Для данной территории предусмотрено также строительство детского садика и школы. Помимо всего, предусмотрена возможность строительства сквера. Резерв территории порядка 6 гектар для обустройства этого массива. Здесь предусматривается многоквартирное жилищное строительство. После уточняющих вопросов и пожеланий члены совета поддержали вносимые изменения в генплан станицы Северской.